Кивон сзади, маленький карибский борьбой. Я Женя, все девочки будут со мной. Я маленький сынок, мой IQ 200. Вы парни свои, снайпер, откачаем за убийство. Хочу. Ну так иди погуляй. Зайка, я тут такую вкусняшку купила. У меня на жюри большие планы. Анастасия, я хочу сказать вам. Великолепная Серега. Иго-го! 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 Неадекватно вы себя на посвяти вели. Так вы Димон это вспомните. Анастасия, я очарован вашей красотой и хочу подарить вам. Девочки, я не вижу ничего. Что с тобой? Я шампунь себе на руки. Ваша единая сила. Волосы растут прямо на глазах. Ты снимай это! Да не это! Настя, не хочешь прикоснуться к прекрасному? Коснулась. Как тебе это удается? Конская сила. Ты же конская сила. И вообще, мой пусть миниатюр приготовит. Такая ситуация могла случиться с каждым. Случай в автобусе. Мачо или принцесса? Милый мой, у нас мачо. Милая, сколько? 6500. Блин, я балерину хотел. Че стоишь? Тебе совсем не интересно? А вы что, не слышали? У меня мачо и будущее сумоиско. Меньше пикапа, больше дел. Подарю тебе.
Вот к этому я был готов. Пожалуйста, вынесите мой подарок. Анастасия, примите вещи цветы. Можно вас обнять? Вы все понимаете, что любовь – это наше все. И это все, что мы не знаем. Так-то мы еще знаем, что бекон – это не только вкусное мяско, но и известный философ. А с вами была команда философская социологическая.